А вы знали, что слово «музей» буквально переводится как «храм муз», тех самых, которые у древних греков покровительствовали науке и творчеству? Музыка, кстати, тоже от них. 6 ведущих музеев Центральной Азии. Старейшим музеем региона является Ташкентский государственный музей истории Узбекистана. Он был основан еще в позапрошлом веке. В 20 веке музей неоднократно менял название и местонахождение. В настоящее время он располагается в специально построенном для первого музея страны здании. Фонды музея насчитывают свыше 300 тысяч экспонатов. Иранский национальный музей находится в одной из самых крупных столиц Азии – Тегеране. Уникальные экспонаты музея рассказывают историю древних государств, которые располагались на территории Ирана от Элама до Персии. Будучи в Ашхабаде, непременно посетите Государственный музей Туркменистана. В 1998 году он объединил в себе ранее действующий музей национальной истории и этнографии и музей изобразительного искусства Туркменистана. Является крупнейшим хранителем уникальных артефактов древнейшего из известных мегаполисов Центральной Азии – Мерва. Национальный музей Таджикистана в Душанбе входит в топ-10 лучших музеев СНГ. В 22 залах можно увидеть почти 100 тысяч экспонатов. Национальный музей Таджикистана был образован в 1934 году, а в 1999 обрел национальный статус. С 2013 года располагается в этом величественном здании. Национальный исторический музей Кыргызской республики в 2025 году отметит вековой юбилей. Среди десятков тысяч экспонатов особый интерес вызывают экспозиции, относящиеся к великому переселению народов и великому шелковому пути. Сюда можно отнести статуэтку Будды и другие артефакты, свидетельствующие о многообразии культурных и религиозных взглядов жителей Центральноазиатского региона. И, наконец, самый молодой музей из представленных – Национальный музей Республики Казахстан. На площади в почти 10 гектаров стоят строения в 74 тысячи квадратных метров, из которых 14 тысяч приходится на 18 экспозиционных залов и 175 тысяч экспонатов. Среди богатейшей коллекции исторических артефактов нельзя не отметить роскошь золотых залов, демонстрирующих драгоценные изделия древних кочевников Казахстана. Увидеть бесценные исторические экспонаты этих музеев можно, не выходя из дома, благодаря виртуальной выставке ЮНЕСКО. Ссылка в описании.